Привет, друзья, с вами Василиса, и сегодня мы находимся в Италии, в городе Портофино. Это красивейший городочек, смотрите сзади. Думаю, вам будет интересно, так что приятного просмотра. Всего самого. Этот парк здесь самый дешевый, здесь час 5,5 евро. В отличие от вот этого, где отель Эден, там 10 евро час, 5 часов 35 евро. Здесь с паркингами большие проблемы. Но можно найти вот этот паркинг, запомните его. Он самый дешевый. Это центр самого Портофино, порт. Очень красивый, такой разноцветный. Много-много яхт стоит, все на прогулки ездят. Очень много иностранцев. Англоговорящих, немецкоговорящих, французскоговорящих, чехов мы услышали. Ну и, конечно, еды очень много здесь. Здесь прям ресторан на ресторане. Ой, солнышко, как красиво. Этот ресторан Стелла я очень могу вам рекомендовать, потому что там действительно хорошая официантка Даниэла, русскоговорящая, очень красивая девушка. Хорошие, очень вкусные равиоли. Попробуйте обязательно с белой рыбой, с таким креветочным соусом. Очень вкусно. И спагетти. Очень вкусно. Мой хомячок побежал. В общем, друзья, Портофино стоит увидеть, я вам это гарантирую. У меня сегодня день рождения. И, конечно же, я это выставлю видео не скоро, но... Не знаю, наверное, мне было приятно, если мне пожелали хорошего дня рождения, хорошего Нового года. Мне исполнилось 28 лет, это не 30 лет, уже хорошо. Мы поднимаемся наверх сейчас, идем наверх, здесь всякие магазинчики, конечно. Вот, идем. Вот такие вот у нас итальянские каникулы получились. Вот, так что я вам желаю, чтобы все ваши дни рождения были тоже в хороших, красивых местах. У итальянцев во всех городках висит белье, так мило смотрится. Я уже 1000 лет не вытаскивала белье на улицу, если честно. Идем мы в дороге крепости или куда? Да, где-то сюда. Растения, стен торчат. В общем, это наверху от Портофино. Здесь должен быть красивейший вид. Людей много, но опять же напомню, что сейчас сентябрь, 22 сентября, и уже, как бы это сказать, конец сезона считается. Ой, как красиво! Вау! Хомяки вот здесь такие. Смотри, хомяки розовые. Ярик, идите сюда. Здесь какой-то сад Гауди, что ли. Яхты очень большие, красивые. Вид прекрасный просто. Вот она, знаменитая Буна-Лагуна. Все выше и выше поднимаемся мы. Конечно, солнышка нет, нет такой яркости красок. Вот эта дорожка на Кастелло идет. Вот она. На сам по себе вот этот замок. Ну, а здесь у нас идет костел, да, наверное? Я не знаю, честно, про Портофино ничего не читала. Пойдемте вот сюда посмотрим вид. Гошек, пойдем сюда посмотрим. Ну да, здесь молиться видно. Ну, в принципе, костел как костел. Да, вот еще как красиво. Смотри, сюда пошли. О, какой корабль. Вау, какие скалы, ничего себе. По дороге к костелу. Здесь такая дорожка. Совсем уж, как сказать, такая вот прям маленькая-маленькая. Как это мило, в Италии везде можно помолиться. Дойдем к этому костелу, весь раз можно помолиться. Шли-шли-шли, пришли, вот сюда был вход в костел. Мы с места не пойдем, из коляски или подняли, здесь есть лесенки. Смотрите, какой Эль-Фаро, это сюда. Смотрите, какой дом плоский, 300 метров. Такой дом интересный, своеобразный. Так красиво здесь, камера всего как всегда не передаст. Но лес, если заглянуть вот за эти заборчики, там такие классные, обалденные просто виллы. Не знаю, с оранжевыми какими-то фиолетовыми стульями. С бешеной растительностью. Просто что-то нереальное. Вид, смотрите, вам будет видно? Лестница такая, переход. Да, в общем, дорога живописная. Людей очень много идет. Здесь такие усадьбы прям. Ничего не видно, да? Но там реально классно. Вот я прям мечтаю в такую усадьбу. Пришли сюда на маяк. Вид очень красивый. Также много русских людей. Да, обрывы здесь. Да, здесь уже жить, наверное, невозможно прям здесь.
Да, конец, здесь уже обрывы, кактусы, бревна. В общем, на маяке очень весело, красивейший обрыв. Я и туда не лазь. Что здесь? И кафешка такая, веселая кафешка. В конце маяка нас встречает здесь. Да, очень симпатично, да? Попала в сказку. Смотрите, как красиво. Мы идем в замок. Лимоны уже отцвели. Вот такие. Не могу вам все заснимать прям. Смотрите, как красиво. Не могу передать это. Это просто нереально красиво. Это просто здорово. Класс. А, вам ничего не видно. Я смотрю, да, на камере оно как-то приближается все. И ничего не видно. Ну, в общем, здесь прям очень красиво. А, вот видно, как устроен этот город. Мы ходили туда, к маяку. Вот он, дом. Вот дом. И все вот эти вот, значит... Все это ухаживается, видите, и вот тоже дом все ухаживается. Красота. Вообще классно. Значит, у меня уже нет слов, мы так устали. Цветочки вокруг, горка вся в цветах. Просто нереально красиво, это что-то. Мы пришли в парк погулять, потому что, смотрите, какая сосна большая. Потому что в костел платно, 5 евро, как я поняла, с человека сидит человек какой-то наружности, не европейской, вот, снимает деньги. Вот он, костел наверху, вам его засниму. Не пойдем. Я деньги не взяла, честно сказать, а муж пошел вниз, он уже устал. Куда ты полез? Боже мой. Друзья, ну все, закончилось наше путешествие. Надеюсь, вам понравилось. Опять же, хочу уточнить, что мы приехали в сентябре. Здесь бархатный сезон, очень мало туристов. На самом деле, летом здесь могут быть пробки. Отличное место. Прям настолько я влюбилась, честное слово. Прям я редко влюбляюсь в какие-то красивые места, потому что... Как-то вот мы смотрелись уже многого, но здесь я влюбилась в это место, и здесь прям все прекрасно. Очень вкусно нас накормили, очень хорошие экскурсии, спортом позанимались, по горам занимались, по горам полазили. В общем, время провели обалденно. Здесь уезжайте. Все, самое замечательное. Пока-пока. Дорога на Пану. Чайки такие. Все, пошла вот эта узкая дорожка. А здесь второй городок. А вот этот маленький, недостаточно, ну, такой, не знаю, Портофино это, нет? Да. Это тоже Портофино? Пикколо. Но он не такой популярный, как тот, конечно. Там как-то более... А, здесь обрывистый такой берег. Пацаны прогулялись, размялись. Вот там будет чуть дальше.